בוקר טוב שלום לכם, רז'יים סמיאמי, הלכות ספירת עומר, רצון שדברי תורה אלו נשמת כל נפשי וחלם. יבוא ראשי וגם דוד בן זלפו, מרים בת אסנת, רודו יר שקרו בן נוזוק, להסחת הישראל ובשלת המצוות, שלום ורצון ברום, בעזרת השם שבדשני התור ובילות זסלוגו, כי זה שיטו עברי עסקו נרוד, עדנה של סלדדה, בעזרת השם, תבואה שלמה, אהרון בן שרה הינדל, בעזרת השם. Книги Левнишмана Рамурдахай Зар, говорим мы так. Сегодня исполняется 30 дней, то есть 4 недели и 2 дня после принесения омера. Это гура год, то есть дисциплина в покорности или дисциплина в красоте. Покорности всегда должны сопутствовать дисциплинированность и сосредоточенность. То есть чему мы покоряемся? Мы покоряемся воле Всевышнего. То, что у человека есть, его жена, его дети, его работа, это то, что Бог хочет. Поэтому, кроме этого, в нашей покорности должна быть дисциплинированность и сосредоточенность. Спросите себя, когда покорность приводит меня к компромиссам? Когда я могу ли я, то есть вот эта покорность должна привести меня к компромиссу? В какие моменты она спасает меня от них? Иногда у человека не должно быть компромиссов. Он знает, что он должен соблюдать кашрут, соблюдать шаббат. Там не может быть компромиссов. Иногда покорность помогает мне не злиться, но остаюсь ли я при этом спокойным? То есть человек, уже если осознал, тут что не происходит, происходит по воле Всевышнего, я должен покориться. Но все-таки внутри, когда он сдерживает себя, понимая, что у него должна быть покорность, он злится или он уже спокойный? Другой аспект гуры в годе. Покорность должна включать в себя уважение и трепет перед человеком или событием. Спросите себя, в моей скромности не достает уважения, поэтому я не уважаю других. То есть человек может быть скромный, но может у него недостаточно уважения, должен научиться уважать других. Упражнение на сегодня. Сконцентрируйтесь на своем нежелании что-то делать. И подумайте, разумно ли это и есть ли в этом идея покорности. То есть человек очень часто знает, что что-то надо сделать, но он не хочет это сделать, он откладывает. Сегодняшний день это, как мы сказали, день Ицхака Авину. Гвура это день Ицхака Авину, дисциплина, который растянул свою шею на жертвенники и был готов отдать себя, сделать себя курбан. И это дисциплина в покорности, что человек должен понимать, что то, что нужно сделать, не нужно откладывать, а надо взять и сделать. Алаха на сегодня принято, что у нас в эти 7 недель между Песах и Шавот мы читаем Пиркей Авот. Есть много разных причин, почему мы читаем эти Пиркей Авот именно в Шаббат. Есть 6 Шаббатов после Песаха до Шавота, и есть 6 глав в Пиркей Авот. Одна из причин, как мы говорим, Яфе Тора, Талмуд Тора им Дерех Эрец. То изучение Торы прекрасно с Дерех Эрец. Что это Дерех Эрец? Дерех Эрец – это уважение человечества. Поэтому перед тем, как начать изучать Тору, человек должен научиться, как быть человеком. Что значит быть человеком, чтобы он был достойным? Бедрат Шем принять Тору во время праздника Шавот. И другая причина – это то, что, как мы знаем, в эти дни умерли ученики Раби Акива, у которых было недостаточное уважение между друг другом. Это самая, может быть, как-то понятная или даже непонятная причина, о которой мы говорим. Там много есть секретов, но как бы там ни было, чтобы вот это исправить, чтобы у человека было уважение и к себе, и к остальным, мы именно в эти дни изучаем Пиркей Авот, наставление наших праотцов. Барух Адонай Леолам. Амин.